Есть разговор. Мне не о чем говорить. Ты пешка в ее организации, причем уже давно. Как и ты. Твоя обида, твоя ненависть — все по сценарию. Мать управляет тобой. Замолчи! Ни слова более! Я не такой, как ты! И в итоге ненависть — это все, что у тебя есть. Но если ненароком ты проклянешь судьбу, я протяну тебе руку помощи. Никогда! Да сколько можно перед тобой распинаться? Ледяные копья! Ублюдок! Это все, на что ты способен? Признайся, тебе нужна моя сила! Вон оно как. Не прикидывайся дураком. Что ты задумал? Уничтожить империю Кол. Ты не так прост, как кажется. Не обольщайся. Просто я вспомнил свою цель. Убить ту, что пришла к власти, уничтожив собственную семью. Убить родную мать. Проще говоря, это война!